Всем привет, друзья, товарищи! Вы на канале Покемоша Лайф. А это значит, что в ближайшее время мы проведем с большой пользой для себя, знакомясь с необычными пациентами и все такое. Но сегодняшний ролик весьма необычен. У нас в гостях масштабная модель из новой серии издательского дома Моти Мио. Но в этот раз это не автомобили, как многие подумали, а поезда! Да-да, серия так и называется «Наши поезда». И, о чудо, первый номер из этой серии – несравненный электровоз-легенда ВЛ-60К. Это просто праздник какой-то. Точно. Причем электровоз в правильном масштабе 1 к 87, который признается во всем мире. И вот, смотрите, друзья, тарам! Вот эта коробочка, видите, от Моти Мио. Покупайте первыми. Ну да, это верно. Короче, я ее еще не распаковывал, и в этой коробке должен находиться тот самый несравненный электровоз серии ВЛ-60К. Давайте прямо вместе с вами это сделаем. Как говорится, open your mind. Открой свой разум. Откройте свой разум. Тихо. Откройте свой разум. Так, ну что, смотрим. Упаковано. Это следующий выпуск будет. Это спойлер, друзья. Так, народ, достаем его. Вот она, красавица. Смотрите, по центре, шестьдесятка в масштабе 1 к 87, зелененькая. Итак, ребята, ВЛ-60К, только приемники. Ну что, нам надо ее распаковать, наверное, да, как вы считаете? Вот, друзья, все подготовил, все разложил, сейчас начнем. Так, электровозик мы уберем пока в сторону на сладкое. А журнальчик пока уберем, оставим открытку. Так, кстати, вот эти открытки, это тоже фишка Моти Мио. В каждом номере имеется такая открыточка, где вот изображен главный герой того или иного выпуска. Ну, здесь шестьдесяточка. Правильно, 0,42, ранняя. Вот он, длинный поручень, здесь вставка между буферными фонарями. То есть все соответствует в правильном окрасе. А это поход Байкал. То есть, видите, такая художественная открыточка. Природа там. Здорово. И она вообще-то рабочая. Если сюда вклеить марку, написать куда, кому, чему, индекс там, то можно ее даже отправить. Ой, тираж-то 10 тысяч всего экземпляров. Так, в общем, открытка, зачет. Тарам! Переходим к журналу. Наша поезда номер один ВЛ-60К. Такая, видите, типа она приделана. Ну и сама машина. Как правило, здесь картинка, не фотография, а картинка. Это тоже такая фишка от Моти Мио. Ну ладно. Ага, ну это содержание. Первый массовый в кабине 60-ки. Вот это, наверное, самое интересное. Но это, как правило, там в конце еще такое дополнение есть. Вот здесь уже фоточка, большой номер, 2474. И вагончики, смотрите, не корпоративные. Машина уже фотка поздняя, вон даже только приемник уже, ТЛ-13. О, северный электровоз. Ну, по окрасу. Этот 1605, который в щербе катается. Точно, видишь, в синем стиле северной железной дороги. Ну что, плохой окрас, что ли? Прекрасный окрас. Так, ну здесь описание, первые участки. Там этот ожерелье, повелец был. А вот он, повелец ожерелья. Рождение серии N60, памятник. Конструкция и показатели. Ну тут технические характеристики. Окрас такой немножко выцвел уже. Почтово-бумажные вагончики. Да, видите, ВЛ-60 принципиально новый советский локомотив буквально во всех отношениях. Так и было. Я в своих роликах про этот электровоз рассказывал об этом. Вау,
Вот они, игнитроны. Смотрите, электровоз опасный для здоровья. Два блока ртутных упрямителей. Что-то около 16 килограмм ртути было в каждом игнитроне. Вау, картинка. Ну да, всегда у них тоже в середине на развороте вот такая большая картинка имеется. Смотрите, друзья мои. Только здесь больше. Можно заламинировать и в рамочку. Плохо, что ли? А, кстати, вопрос. А почему этот молодой человек стоит вот здесь, вот между путями? Они уходят в сторону на 2 метра. Ай-яй-яй. Тут он, конечно, маху дал. Желтый талон положит. Шестерочка. Вот только фонари буферные надо было белый покрасить. Они, видишь, и зеленый сделаны. В кабине шестидесяточки. Давайте посмотрим. Самая интересная. Знаменитая машина. Знаменитый и почтенный электровоз на сети. Отличался умом и сообразительностью. Ну ладно, я от себя добавил. Вон уже машина старая. Видите, уже крышеч нет этой крышки от реверсивной рукоятки. И КПД-3 стоит электронный уже скоростимер. И вообще электровоз, походу, пассажирский. Вон вам ППТ. Седуха. Вот это хорошие седухи, мягкие были. А были вообще такие, знаете, вот там дощечка чуть-чуть поролонная, обтянута дермантином. Вообще ни о чем. А вот на некоторых электровозах вот так вот выносился, я не знаю для чего, выносился в бок этот вольтметр сети. Не как вот тут, например, он стоял по-человечески, его сюда выносили. А здесь уже кремниевые выпрямители. И вот вложение дополнительное. Ну, не вложение, а дополнение. Это, по-моему, как раз этот Слюдянка, единственный вокзал, который полностью из мрамора выполнен. Еще одно дополнение, Алексей Буфов. О, я увидел этого дяденьку. Глава общества любителей железных дорог. И вот смотрите, друзья, это типа спойлер. Короче, новая коллекционная серия. Модель локомотива, да. Всего планируется, видите, 50 выпусков. Высокая терапизация, реалистичные цвета. Сейчас посмотрим. Ну и масштаб. Вот масштаб — это важно. И важно то, что действительно это советские локомотивы. Значит, в первом номере будет 60-ка. Ну, уже есть она. Во втором номере ЧМ-3. В третьем номере ЧС-4Т. Что не электровоз или локомотив, тоже МЧУжина, потом паровоз Овечка. Причем, если подписаться на сайте, вот видите, можно на сайте подписаться, это будет лучше, наверное, дешевле даже. Рельсы, подставка под каждую модель. Вот сайт указан, что этот, как он там, QR-код и все остальное. И вот спойлер второго журнала. Подписка на журнал с бесплатной доставкой даже. Ладно, давайте самое главное. Тарам! Вот она, шестяточка. Первое впечатление, вы, наверное, спросите, ну как, Вячеслав? Ну, слушайте, вообще топчик, мне нравится. Она такая довольно тяжеленькая. Ну да, это материал пластик. Вот все тут кузов весь пластиковый. Ну вообще здорово, слушайте. Сейчас мы, конечно, повнимательнее рассмотрим все, может, тут недостатки найдем. Первое впечатление, все очень-очень детализировано. Давайте с рогов. Так, ну рога, понятно, они. Не двигаются оба рога опущенных. P1V только приемники. Вот тут, смотрите, как детализировали. Молодцы. Вот механизм. Вон эти пружины, там цилиндр, подъемные пружины, все валы, тяги, синхронизирующая тяга. Изоляторы тоже правильные. Слушай, потокоприемнику, да, действительно, это вот очень похоже. Я только бы вот угольные вставки бы в черный бы покрасил. Ну, это можно перекрасить. А у Косины лучше, наверное, в серебристый. Будет реалистичнее. Так, Тифон. Тифон Т9. Вот он. У-у-у. Ну что, хорошо. Свисток тоже можно видеть. Главный резервуар воздушный на кронштейнах. Вот у них тут кожуха с такими ребрами. Поручни. Всевозможные тут эти трубопроводы. Смотрите, как оно классно. Не просто они, видишь, еще и трубопроводы поставили. И змеевики. Вот это змеевик для охлаждения воздуха. Вот они с двух сторон, змеевички такие, видите. Резервуары классные. А вот ГВ, кстати, уже из поздних. Уже с наклоном. Изолятор, как он там, воздуховодный изолятор. На первых, на самых ранних, он был вертикальный. А потом уже наклоненные стали. Ну, это просто как детали. Давайте отсюда лучше посмотрим. Вот поворотный изолятор. И вот у него этот нож, который поворачивается, ходит.
Здесь он тоже какие-то там контактные губки. Нелинейный резистор даже сделали. Типа вот элемент дугогасительной камеры, крышка ее. Этот резервуар воздушный. Главный ввод с трансформатором тока. То есть после ГВ через шунт идет напряжение на главный ввод и уже на первичную обмотку трансформатора. Два разъединителя высоковольтных. Высоковольтные разъединители. Это у нас разрядник велитовый РВ-25. И вот два дросселя. Дроссели помехоподавления для защиты от радиопомех. Смотрите, даже они это... Здесь же обмотка медная, и вот они имитацию этой обмоточки сделали вот так вот намотано. Только ведущие шины, конечно. Причем шины правильного сечения, они же квадратные были. Это потом уже наискох там не круглые пошли. Вот эти люки съемные тоже сымитировали. Они вот эти шпильки, там гайками, шпилькой и гайкой крепятся эти люки съемные крышевые. Все сделали, молодцы. Мостки переходные. Люки песочных бункеров, открывающиеся, тоже с петлями, смотрите, петли и эти закрывалки, тоже шпилечки вот такие есть, видите, здорово. Слушай, ну по крыше вообще классно все сымитировано. Здесь, вон, видите, козыречки такие, чтобы вода не затекала в эти жалюзи забора воздуха. Офигеть. Нет, крыша мне нравится. Здорово. Ладно, теперь давайте кузов посмотрим. Кузов. Сразу по ребрам жесткости скажу, что действительно на ранних номерах здесь вот ребер не было на кабине. А здесь были одинарные два ребра, потом два двойных. И здесь вот так тоже по одному ребру стояло. Накладка между фонарями буферными имеется. Вот что интересно. Тоже. Смотрите, фонари, да, прожектор. И отдельные детали, вот эти вставлялки, стеклышки. То есть не просто заодно отлили, просто покрасили какой-нибудь там серой краской или серебрянкой. Они вот отдельно вставили стеклянки. Замудрились с этим. Зеркала, параваны есть. Кстати, по стеклам тоже сымитированы уплотнители резиновые. Вот смотрите, на всех стеклах. Эти стеклышки открывающиеся. Ну, я имею в виду в реале, конечно же. Тоже одно поэтому меньше, одно больше. Все воспроизведено. Классно. Табличка заводская. Ее причем покрасили, видите, в такой серебристый цвет. Вот декали. Видишь, нет декали. Это сразу бросается в глаза. Здесь вот NEPS. Новинка. Это вас порадует. А здесь уже номер. С другой стороны, в этом есть свой плюс. Потому что если ты покупаешь несколько моделей, первый же электровоз вообще стоит, первая модель очень недорого. Поэтому можно купить несколько и целое депо, и разные номера поставить. Кстати, вот эта деталь, поручень, он отдельно стоит. Не просто отлить заодно с кузовом. Видите, он там отверстие. И он вставляется. Отдельная деталь. Имеется зазор между кузовом и поручнем. Кабину очень аккуратно воспроизвели. Дворники. Здесь вот вентиляционные даже, смотрите, отверстия сделали, поручень. Две розетки СМЕ. Дальше автосцепка. Автосцепка вообще классная, посмотрите. Она не функциональная, но она имитация копийности сделана. Здесь большой и малые зубы. Секундочку. Прикольно. Нет, по автосцепке тоже без нареканий. Так, не знаю, вот вам видно будет, нет? Сейчас я попробую вот так вот поставить. Короче, вот он, концевой рукав, и здесь вот концевой кран. И у него даже ручка есть, которая закрыта. Путь-очиститель очень классно сделан с этими прорезями. Ну и цвет, правильный цвет. На многих машинах здесь была еще белая тоненькая полоска. Ее при желании можно самому воспроизвести, но можно без нее, и без нее более электровоза. По кузову вообще классно тоже. Теперь ходовку поглядим, что по ходовке у нас. Так, сбоку боковина тележки. Ну, в общем-то, все тоже технически достоверно. По бокам тормозные цилиндры. От них тут ТРП-шечка проходит. Тормозно-рычажная передача. Балансиры, рессоры, пружины витые. Вот тут подвешивание кузова сымитировано. Буксы такие. Причем на буксах тоже видно отдельно, как будто гаечки, что
чтобы крышку бук скрепить. На рессорах хомутики сделаны. Здесь тоже снизу все эти гайки. Боковина тележек безупречно выполнена. Безупречно. Если кому-то хочется замудрить, то можно тонюхонькие белые полоски здесь вот поставить. Ну, типа контролировать сдвиг рессор. Офигеть, они, смотрите, если, ну это снизу, если уже смотреть вниз, вот даже замудрились, катушки LCM поставили. Даже. Так, теперь колесные пары, крутятся ли они. Хотя модель стендовая, конечно. Ну, что-то вроде вращается. Что, смотрите, важно, вот колесная пара, вот она, и видите там прорези в колесном центре сделаны, как в реале. То есть с него там целиком отлили одну деталь, ну даже вон отверстие, как полагается. Крутятся по отдельности, то есть это не целиковый колесный пар, это отдельные колеса. Отдельные колеса, но это модель стендовая. Трансформатор тяговый воспроизвели, и даже радиатор охлаждения. Вот здесь по бокам радиатора масло охлаждать. А батареи у него нет аккумуляторных внизу, точнее снаружи, они все в кузове располагаются. Так, теперь снизу. Даже сымитировали тягу электродвигателя. Вот он, тягу электродвигатель. Шапки МОП, мотор на всех подшипниках. Кожуха зубчатых передач даже есть. Ну и вот она, видите, рычажка вся, идет тормозная рычажная передача. Вот эти вот такие стерженьки. Катушки LCM. И это, похоже, разборный. Вот тут винты. То есть, если надо, то, наверное, то можно снять тележку и поставить катящиеся уже. Но это стендовая модель. Итак, леди и джентльмены, резюмируем вышесказанное. Какое впечатление у нас от первой модели? Нравится. Классно сделано, технически грамотно и очень опрятно. Ежу понятно, что первый номер разлетится, как горячие пироги. Кстати, это прекрасный подарок на Новый год. Молодцы Мэдди Мио, что запустили такую серию «Наши поезда». А как вам, друзья, товарищи, этот модал? Напишите, пожалуйста, мнение в комментах и оцените ролик лайком или дизом. Да не забудьте подписку на канал проверить, прям не знаю. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео!